И снова к теме выпуска. Встретились как-то Шахтер, Шериф, Реал и Интер. И это не начало анекдота, а наши реалии. Пользователи Твиттера уже активно предлагают свои варианты концовки этой истории. Блогеры из Украины нахлынули в Тирасполь. К примеру, вот это видео вышло накануне на канале Pro Football Digital. Так, як ви зрозуміли, у Шерифа аж два своїх стадіони. І саме тут, на головній арені, команда Мирнедуба буде грати проти Шахтаря. Як устроєна база Шерифа, де живуть наші чемпіони і як Придністровський клуб попав в самий престижний клубний турнір? Кожний блогер питався розказати то, чого ще не робили інші. Головною зірою кожного влога став, звісно, Юрій Вернідуб. Відкриті інтерв'ю з тренером топ-ютуба цієї неділі. Я щасливий чоловік в тому, що збулась моя мечта. Это действительно не слова, это от сердца. Я с самого раннего детства, когда начал заниматься футболом, еще когда не было Лиги чемпионов, а был Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков, как я помню, европейские турниры, то была мечта сыграть там. К сожалению, на уровне футболиста мне не удалось это сделать. Подняла украинская пресса и архивы. Например, вот это видео. Ретро-репортаж 2003-го с матча «Шахтер-Шериф». Что говорят о «Шерифе» до старта, вопрос пройденный. Что о нем будут писать потом, решится на поле. С нетерпением ждем лигочемпионского дебюта. Он уже завтра.